А ты куда полетела, Фаня? Да дедушке Коле? Афоня, Гриша, ну не надо драться так. Ты, ну? Прям тебе в лицо. Да я же вижу, что он делает. Антоша. Так он пьет. И облился. Иди вытирайся. Не кричи, не кричи. Афонь, не кричи, пожалуйста. Ну все. Родителей проводили. Провели, вернее. Сейчас буду готовить лапшу. Курицу пообрезала. То есть варю здесь хребет. Сейчас буду пенку снимать. А крылышки и грудку для следующих блюд оставила в холодильник, пока положила. Сейчас уже все, бульончик готов. Мясо выложила. Сейчас его все-таки буду процеживать, потому что не люблю я вот такую фигню. Вот. И буду сюда добавлять картошку, лук и саму лапшичку. Вот такая вот у меня конструкция для процеживания. То есть лопатка, маленькая ситечка и все. Сейчас процедим бульончик и будет красота. Остался у меня тут хлебушек, нашла его в пакетике, он еще не заплесневел, с ним все нормально, но он же, конечно, потерял свой вкусный вид, так что, наверное, сейчас я с ним приготовлю сухарики с чесноком, с подсолнечным маслом и каких-нибудь несколько специй добавлю. Вот, что-то химии будет, ну, что-то типа химических сухариков, но все-таки более или менее натуральные. Так что сейчас все это порежем. Все готово. Все сварилось, добавила еще прям воды, потому что бульончик такой достаточно был жирноватый. И лапшу хорошо-хорошо поломала, потому что длинная, плохо, ну, когда поварешкой все набираешь, да, то есть лапша сразу убегает. Ешь одну картошку, получается, и бульон. Вот. Петрушку нарвала на огороде у нас, так что все. Хорошо, с петрушкой вообще ничего не случилось, кто-то переживал за горох, то есть горох даже еще не взошел был в земле, а петрушка вот она до сих пор такая же зелененькая, и вот я опять себе в пакетик нарвала, чтобы не бегать по 100 раз, и сейчас в холодильник все это уберу. Я решила даже сухарики просто так пожарить, без чеснока. Обычно я выдавливаю чеснок на чеснокодавке, рассыпаю немножечко подсолнечного масла, немножечко всяких специй, капельку соли, и все это прям перемешиваю хорошо. Вот. Но в этот раз решила просто так, будем с супом вместо хлеба есть вот такие сухарики. 180 градусов, не знаю, смотрю, на них слежу и потом периодически перемешиваю. Главное не забыть. Себе только что сделала на обед кофе, взбила молоко вот этим вот венчиком за 99 рублей из Икеи. В общем, молоко отлично вообще взбилось, прям отлично, могу сказать. Вот, так что сейчас пообедаем лапшу, все уже кушают мальчики, и будем пить кофе. Да? И вот такая вот шапка обалденная, но она уже немножко подопустилась. И вот здесь вот такой вот кофе меня интересный. Вопрос, как мама такое сделала? Взбила молоко. Мам. А, короче, это типа слива. Ты прекрасно готовишь. Да ты что говоришь? Я сейчас белье буду складывать в гардеробной. Как всегда, тут целая куча. После пряничного настроения белья целая куча. Так что сейчас все разложу. Буду слушать дождь, смотреть на дождь. Сейчас открою себе окошечко. Вроде бы прекратился, я прям обрадовалась. Афоня собрался на улицу, я ему говорю, дождя нет, иди одевайся. Он пока принес вещи, я слышу, опять пошел дождь. Так что Афанасий сегодня не судьба. Конечно, прям лупит лужи уже. Но тепло достаточно, не холодно, но дождливо, конечно. Поэтому вот сейчас что-нибудь на YouTube, какое-то видео или аудиокнигу включу. Сейчас обожаю в последнее время прям слушать. Особенно из последних книг. Я тут уже всех этим достала, по крайней мере, своего мужа. Очень интересная книга, называется «Самый богатый человек в Вавилоне». Я слушала ее аудио, когда делала пряники. Она прям файлом 6 часов длится, то есть прям такая содержательная, очень интересная. Сначала началось
Не очень, но когда втянешься и начинаешь все это себе представлять, то очень-очень интересно. Так что, если у вас есть время, вот, то обязательно включайте себе «Самый богатый человек в Вавилоне». Сейчас поеду на почту. Забыла, что... Ну, сегодня уже суббота, что мне пришли посылки. Ну, одна точно. Вот, сейчас поеду забирать, сейчас штаны одену. Все, никуда не буду ехать, сижу. Я сейчас позвонила ему, он все получит. Посмотрим, там вроде бы должно прийти крепление магнитное для телефона. В машину очень хотела его. Очень прям хотела, потому что по навигатору, вот нам надо было и в Кореновку ехать, я по навигатору ехала, особенно когда мы потом выезжали ночью, то есть навигатор держать в руке не очень удобно. Так что надеюсь, что это вот это вот крепление пришло. Ну, в общем, сижу, я минут через 15 должен все это привезти, сейчас посмотрим. Так, Антошек сейчас тоже одевается на улицу, а Фонька на улице. Ну так бери. Вот тут же ж они или где они? Внизу тогда там, смотри, я где-то их видела. Нашел? Да. Ну давай, одевайся. Ты на улицу, Афоня? Да. Так, вещи разложены. И сейчас я убираю в холодильнике. Достала все-все-все, что здесь у меня было. Понаходила. Грибы, которые мы еще мариновали, надо их уже скушать. Вот это вот опять поставлю в холодильник, буду к супу доставать, потому что что-то я забываю, надо доедать тоже. А что здесь? Я уже протерла все полки, отключила, у нас получится двухкамерный холодильник, или как это, двухкомпрессорный, да, не знаю, поправьте меня, если неправильно. То есть я могу отключить, вот морозилка включена, работает, а вот сам холодильник я отключила пока, и сейчас все протру и включу его. Вот, и здесь вот все, что есть, нужно разобрать. Дети положили мороженое, надо уже его выкинуть. Что здесь еще? Сметана хорошая, томат хороший, вино сейчас уберу в кладовку. Плов не доели собачкам. Что еще? Вот зельцем. Родня передала, так, здесь тоже домашние колбаски. Сегодня пожарю, Сержуня просит кровянку. Вот, а остальные все в морозилку уберу. Так что вот, вот этот здесь два огурца, их выкинуть. Что еще? И, в общем-то, все остальное разложить по полочкам. Все, в холодильнике чисто, все убрала. Все, красота. Молоко, кефир, курица, сметана. Внизу здесь овощи и сало, перец болгарский, петрушка, творог, творог, зельц, молоко. Сыр. Оказалось, что еще сыр у нас есть в холодильнике. Сливочное масло, там немножечко теста для пряников. И здесь вот то, что нужно сегодня докушать. Все, красота. Включила все. Теперь будет все охлаждаться. Здесь у нас рисунки, как всегда. Антошкины. Мы с Сержуней. Это я. Это Сержуня. По-моему, мы похожи, да? Как вы не находите? Сейчас хочу на улицу сходить глянуть, что там мои дети. А на почте, кстати, не пришла та посылка, которую я прям так жду-жду, хотя уже по отслеживанию она уже близко, наверное, уже скоро-скоро придет. Вот, а пришли просто пакеты, ну, для пряника, в общем, которые долго шли. Я заказывала двое одинаковых, получается, пакетов для того, чтобы упаковывать каждый пряник. Одни пришли очень быстро, а вот другие вот очень долго, поэтому посмотрела, какой продавец быстрее все делает, и теперь буду у него заказывать. Иду такая вся Дольче Габбана. Поймал гвоздя? Нет, ударила. Чё, наточ... Рабочий момент. А. Я пропылесосила в нашей комнате, в игровой и в детской, вот здесь вот, но здесь прям убирать-убирать бесполезно, так как выходные, и лучше пусть дети здесь насоряют. Вот видите, тут сегодня Афоня с этой коробкой все вывалил, был и роботом, играл, надел ее прям на себя, на голову, и говорил: я робот, в общем, поэтому порядки как бы тут не предвидятся, но, по крайней мере,
Дети будут при деле. Вот уже новый столик. Наш новенький. Он, кстати, мне по цвету даже больше нравится. Вот этот вот был такой вот бежевый а-ля мрамор. Но вот эти вот дырки, конечно, хотим его выбросить. Надежка Саша сказал не выбрасывать. Хотя он просто сделан реально из бумаги. Вот прям бумажный стол. А если он сделан из бумаги, то его как бы на улицу вообще нежелательно. Любая влага, и он сразу вздуется. Поэтому ему одна дорога куда-нибудь в костер. Бумага будет хорошо гореть, я думаю, вот. А новый пока вот, хотя смотрится он как будто здесь толстенное дерево с три пальца, вот представляете, а внутри просто пустота. Вот и ножки, смотрится он очень здоровски, но... И цена у него, в общем, бумажная такая, вот сейчас 600 рублей, но, по-моему, мы его покупали что-то вообще за 300. Вот этот вот, если что, ссылку на первое видео из Икеи я покажу, по-моему, там был этот стол, мы его, наверное, года два назад купили, и вот за 2 года он вот так вот ушатался. Хотела помочь, но папа не разрешает. Сказал, что мальчики сами. Он этот уже как сосиска ходит. Ты моя сосиска? А у нас дождик капает. Ку-ку. Ты быстро умеешь? Не падаешь? Ты не специально упал? Ты нечаянно упал? Да, вот эту штучку, говорит, я упал и разбилась, да? Да. Так, ты без этой штучки ездить можешь? Да. Ну, значит, езди без нее. Если бы что-то ты упал и сломалась, а эту штучку уже не приделаешь, уже будет пока так. Ты как быстро научишься на велосипеде ездить, значит, колесики уберут, да? И ты будешь без колесиков, без маленьких, да? Да. Ой. Большой, да, на 2 колесах. Сейчас у тебя 4 колеса, да? Да, у меня 4. 2 больших и 2 маленьких, да? Да. Вот, маленький, вот маленький. Да. Вот маленький, маленький. Угу. Сейчас я вам покажу, говорит, как. Ну, велик. Ну, велик. Ну, велик, велик. Вот. Едь давай, да, велик? Давай я тебе чуть-чуть толкну. Вот так ты, да? Да. Отлично получается. Да. Как кушать? Угу, Марсик кушает, да. А ты там встань, а велик и кона. А мы тут велик капу, да, летаю. Мам, там велик капу. Угу. Помогать тебе давай. Давай ты ножку-то ставь. Да. Тебе просто в сапожках, наверное, неудобно. Да? Да. Так, я сейчас буду уже ужинать. Это лапша. Подогрела ее. Для нас вообще не принципиально, если я приготовлю один раз в день, и мы поедим и суп, и на обед, и на ужин. Поэтому ничего страшного. Курочку объедаю тут с вот этим вот соусом барбекю из голого повара. Детям он вообще не понравился, потому что здесь, по-моему, в составе овощи, которые жарены на углях. То есть запах дыма детям нет. Сухарики вообще пошли на ура с супом.
и поджарила колбаску сержунью, кровянку. Так что сейчас, наверное, себе тоже немножечко отрежу. Вот, так что ужинаю. И попозже уже вместе с сержуней буду пить чай. А у нас сегодня мастер-класс по пряникам. Ну, не совсем мастер. Так, Антош, ты слишком много муки, убирай лишнее. Вот так. Да, соберись. Нет, многовато, сынок, многовато. Афонь, ты... А мы? Надо еще. Ты слишком тонкая, не раскат. Рай. Для кого? Для меня. Да? А для них ты чем их расписать? Ну, подожди, надо же их испечь сначала. Ну, да, нормально. Нет, они так сгорят. Антош, успокаивайся и придешь. Чего ты плачешь? Я тебе сказала, ты слишком тонко раскатал. Ой. Сейчас они сгорят, если мы их положим в духовку. Ты понимаешь? Положи тесто, возьми другое. Вот это положи, вот у тебя. Антош, не нужно ничего кидать. Просто положи. Мама, а у тебя вообще толстенькая. У тебя не получится прям. У тебя слишком толстенькая. Угу. А у меня нормально. Криш, ты сразу складывай все туда на противень, хорошо? Так, ну что, ты понял, Антош? Маля, можно мне домик? Да, нет. Что ж он такой? Мама, так? А это я уже не пошевелю. Шевели, шевели потихоньку. Тогда с краев начинай убирать лишнее тесто. Формочки пусть остается серединка, а ты с краев убирай, да. Это мне зачем? Получился домик? Мама, это мне зачем? Не знаю. Ага. Вкусно? Не надо его есть, давай печь. Хорошо? Что? Уже лежит, Марго, тесто. Наконец-то и до вас, ребята, очередь дошла, да? Дай мне поесть. Да подожди, Маргарита. Я его буду сделать. Миньона будешь делать? Да. Где он там? А что, он уже крутится, Коля? Нет, еще так не крутится. А вот это что? Ну вот это ж что-то, зайчик или мишка. У кого ж зайчик, наверное, Маргарита. Не надо есть тесто, жди, так? Осталось 6 минут. Мама, вот так? Да, вот так. Можешь раскатать? Под... Я уже раскатал маску. По толщине, где мамина знаменитая? Нет, ту скалку я не давала ему. То Афоня уже ее уронил, знаешь. Да, сынок? Тебе помочь, Афоня? Афоня, у тебя, наверное, будет крутой пряник. Тебе помочь, Афоня? Это сиська силиконовая. Давай чуть-чуть еще раскатаем. Все. Продолжаем. Тихо, встаньте. Так, что у нас тут готово? Я все складываю. Второй противень. Что, правда? Да. Мы тут пряники делаем. А я делаю, мама. Скалку, ну попроси, положи, да. Я делаю усики. Ты усики? А Зоя себе там выбирает, да? Афонь, ты все домики делаешь? Да. Маргариты уже зайчик, уже пасхальные да, формочки, елочка. Да? Елочка? Да. Давай. А ты что делаешь, тетя Веря? В кого ты влюбилась? Расскажи. Я влюбилась в сердечко. В сердечко влюбилась и делаешь сердечки? Да. Бабочку сделала? Да. Сейчас положим. Афоня, сильно тонко не раскатывай. Тебе помогать, сынок? Она большая. Уже готовая у нас уточка. Она маленькая, яйцо с бантиком. Будет. А вот все, что готово. А мне надо большую. Не знаю, тапочка. А большие. Мама, подвинуть тебя, давай. Я сделаю. Тут в цветах весь всех, весь ужин. Мастер-класс кипит, да? Да. Маргарита, а почему? Почему? Там не видно. Дома картинка. Давай, Маргарита. Скайпарк. Скайпарк. А мы обсуждаем потом... Сочи. Ты хочешь в Сочи? Я? На белые ночи. Ну, если ты заработаешь на своих пряников на Сочи, я на халяву. На неделю в Сочи, да? Значит, хоть на месяц. Люди, заказывайте у нас пряники, и мы приедем в Сочи к вам. У нее заказывайте, не у меня. Я если вам сделаю... Хочу повезти мужа в Сочи. Это самое, как это называется, да? Содержание жены? Да. Содержанец? Через 10 лет, давай. Так, единственный человек, который остался на мастер-классе. Жигала.
А Григорий все-таки доедает. Отъедается человек. Нет, да? Ты съел уже человека? Надо делиться с родней. Рексику есть вон все же. Ого, там дети.